Окей, пока я стоп-стартил запись, на меня напала толпа. Огромная толпа напала на самом деле, но я отбился. И там был хай-левельный моб, у которого мне выпала вот эта книжечка, получается. Так, что я там нормально все запустил в итоге? Да, вроде все работает. А, книжечка вместо вот этого камня. Дровы тоже мне не надо пока. А, да что я делаю, блин? Папки. Правильно нажимайтесь. Так, и наступила ночь, супер хорошо. Давайте, по-моему, еще какой-то босс проходил мимо меня. Блин, у меня инвентарь уже фуловый, это плохо на самом деле. Наверное, здесь нет, у этого чувака там нету никакого лутика интересного. Этот чувак где-то непонятно где я. Находится по-прежнему. Блин, снова лагает. Где я? Ну, я не сомневаюсь, что он здесь. Наверное, где-нибудь там дальше. Блин, странно показывает. Мне кажется, это бродящий чувак. Да-да. Туда это... Ну, за пределами карты вот здесь, я думаю, короче. Она где-то либо в эту сторону, либо в эту. Блин, стрелочка только что была, пропустил ее. А, не лагает, стой, мне надо увидеть. Он, по-моему, мне навстречу идет, да? Блин, я помню, как его зовут. Там какой-то этот Фростбрингер. Сейчас туда покажет, я офигею. Да-да-да, он где-то тут ходит, я думаю. Или может на дороге просто стоит там. Вот он. Да, Винсент Фростбрингер. Все-все-все, это он. А драться тут с тобой плохая идея, но давай, ладно, я готов. Убили его адов. Так, что ты делаешь? А, ледяной, окей. Сбросил меня полностью. Так, это заморозочка, может быть... Ах ты, зараза! Я хочу, короче, против заморозочки его каунтер взять. Я не хочу взять мой каунтер. Так, я хочу, знаете, что... Эту штуку. Так, что делает? Не, мне надо, наверное, другой каунтер. Мне нужен щит, а не каунтер вообще. Да, давайте щит возьмем. А щит, который... Блин, а где он? Где он? Где он? Где этот? Там? Это, по-моему, хреновый щит, да? Он ничего не делает. Ой, вместо каунтера взял... Нет, 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 не там, не там, не там, быстрее, быстрее. Так, правильно все сделать. А тебя и Анхоли, 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 Анхоли. Сейчас, блин, не убьет. Я тут свои щиты ставлю. Так, он деспавнился, да? Если деспавнился, то я тоже похилюсь. А, ну я подготовился, короче, к нему. Сейчас я готов, и сейчас с ним разберемся. Ой. А какой я хочу пушку, какую? Наверное, даже какую-нибудь милишную, например, топорики. Или даже меч. Для быстрых атак. Так, он уходит от меня. Ну-ка, вернись. Опа, скелет, чувак, ты скелетом перестрелил. А, он щит поставил или нет? Так, вот это он щит поставил. Вот это я щит поставил. Так, надо, чтобы он скелетом моего не дамажил со мной. Так, чел. Блин, бесполезный ответ. Он бегает? Мне не нравится. Заморозил меня. Не попал. Блин, я думал, это закончится уже. Скинь, давай. Бьем его. Ай. У меня ульта от КДшил. Давайте ультанем. Я ультанул. Не, попал все равно. Плохо. Закроюсь. Окей, это была уешка просто большая.
пульты. Могли, да. Блин, мне надо как-то научиться отменять способности. Зомбы поставили барьер, отлично. А, нет, уйти, уйти. Там попал? Да, попал. Enough. Да-да. Да, я так понимаю, мне даст Frost Barrier и какую-нибудь Frost Обилочку, ульту может быть даже. А, так, сердце и Golden Javelry. А это сильно мне нужно? Вместо пустой баночки, наверное. А, трава. Трава, иди отсюда. Не уверен, что это такое, ну ладно, давайте возьмем. А, и журнал. Давайте сразу прочекаем обилки. А, у меня хп не фул, давайте похилимся пока. И чекаем ним обилки. Фрост, я так понимаю. Обе, да, обе фрост. А, у него этот... Вейл дал. А, ну, дэшимся. Доджим врага. 2 секунды. У меня кончилась кровь. Ой. Так, ну я уже отхилился. А, что там еще? А, короче, прыгаем и кидаем на себя щит со 125% spell power. Следующая атака нанесет 25% бонусного урона. А, и вызовет какую-то фростнову. Нанесет 50% урона. Ну-ка, давайте протестим. Нет, не атака вызовет, а что вызовет там? Конжур там какой-то был. Что это значит? По врагу может надо ударить? Так, дайте врага. Ну, вот враги идут. А это оно? Дайте еще раз. Или это то, что вот оно там взорвалось? Ну то, что они бьют, ничего не делают. Да, это, видимо, то, что я вот я ударяю. Если я просто так ударяю, то ничего не происходит. То есть нужно им попасть по врагу. Чтобы они заморозятся. Прикольно. Так, я хочу съесть. И вторая билка, это щит. Увеличивает скорость передвижения на 10% и блокирует мили и эти рейндж атаки. Вот, короче, то же самое, и спавнит 8 волн ледяных волн, нанесящие 50% магического урона, вызывающих заморозку, когда чуваки бьют в барьер. Блин, надо было сразу тоже протестировать. Я убил чуваков. О, с него выпало красное сердце. Алявно. А, как выглядит? Ну, точно так же, как у него. Так, а еще враги будут? Мне щит еще кто-то кидает, да? А, чуваки, вы серьезно? То есть здесь куча врагов и внезапно все закончились? Где там все эти хай-левелы, которые постоянно тут ходили? Они, наверное, не сюда, да, по карте. Да, не туда иду. Но я сейчас где-нибудь лошадку возьму. Где-нибудь на выходе. И до дома уже на лошадке докачусь. Дайте одного врага хотя бы щит протестировать. Игра. Куда все подевались? Резко так никого нет. Я найду сейчас своего врага. И вряд ли здесь кто-нибудь есть. Ну, вот тут вот, по-любому, есть. Так, собака. Ну, тут какой-то маленький лагерь. Давайте сакнем. Так, давай, собака. Странно работает немного. Так, лучник, ну-ка. Быстрее мне. Ага, я типа в него улетела. Еще одно красное сердце. Ну, красные сердца уже перестали быть таким перед. Окей, как-то так.
О, чуваки, ну-ка. Они по себя сбраживают. А что там про 8 тогда было написано? Это к чему? Чело, что-то вас много. Вот, надо было бы мимо врага, никого не было теперь. Ну, чё, прям. Надо все-таки найти кнопку отменить действия. Она прям супер необходима. Окей, ладно, я пошел искать лошадь и поеду домой на ней. Так, я замаскировался под человека. Я сейчас нахожусь вот в этой штуке. Здесь написано, что здесь есть лошадь. А я хочу ее попробовать стырить. Я буду под солнцем гореть? Да, буду. Так. Стоп, а где эта штука? Я же вроде... А, на карте она не полностью отображается, да? Так, давайте посмотрим... Ой, чеснок. А вот, кстати, чеснок. И он меня выжигает, да? Human form. Ай-яй-яй. У чуваков тут чеснок висит. Здесь 52, я не понимаю, он меня дамажит или что? Возможно, в человеческой форме на него наплевать. Берег, блин, от вампиров повесили, ну-ну. Я могу кусить, типа, из стелса? А? Эти бы лошадь. Мне кажется, у меня человеческая форма уже сбросится, да? Когда я лошадь. Да, блин, еще днем в человеческой форме, конечно, супер стрёмно ходить. А, гарлик эксплоз... Что? Экспозшур. А, ну, хп у меня регенится. Делает тебя больше каким-то уязвимым к урону. Эффекты стакаются до 100 раз. Каждый стак что-то там делает. А каждый стак увеличивает дамаг, который ты получаешь на 1%, уменьшает наносящий дамаг, я так понимаю. Ну, они же не видят то, что на меня работает. Я могу у них сундучки потырить. Я такой, а, это мой сундук. Ой. А, слегка спалились. А, там вампир, помогите, помогите, там вампир, помогите, иди убей его. Чё стоишь? Окей, ну... А, чеснок меня не убивает, но он стакается, конечно. Типа, если я когда этот... Начну драться, то мне будет очень плохо. О, свиньи, нифига. Мне нужна лошадь. Было написано, что здесь есть лошадь. Ничего-то я не вижу. Лошади? Ну, чеснок на мне стакается, да. И он, я надеюсь, его хотя бы сломать можно? Или я так и должен драться под ним? Но тут нету лошади. Обман! Ну где лошадь-то? Чё я сюда пришел? В доме нет лошади, здесь нет лошади. Чеснока, блин, повешали на меня 65 стаков и обманули на лошадь. Что-то... Коровы. Вот коровы есть. Существо, блин. А существо лошадь есть? Может, на корове надо ехать? А, может быть, копыта это типа корова. А? Вот эти лагеря, они разные. Ну вон, нет, хорс, блин, написано лошадь. Что-то какие-то лошади у вас не такие. Видимые. Можно видимую лошадь? Блин, эти стеки, наверное, сейчас падают супер долго. Давайте еще раз доверху даем, может она сверху стоит? Но я так понимаю, я не могу сесть на лошади в виде человека. А, вот они. Если чувак охраняет эти лошади, да? А, спеть? Да, я даже сесть не могу в такой форме. Чувак, не мог бы отвернуться?
Ну, чувак, поворачивайся. 98, 99, 100. Ну, я жив. Так, а как мне выйти? Все, побежали. Лошадь, давай, разгоняйся. Ты прыгать умеешь? Я, по-моему, сейчас умру, блин, на этой лошади. Лошадь, беги, блядь. Блядь, какая она кривая. Ты плохо. Давай, давай, давай. Там тупик, нет. Но на лошади нужно очень хорошо местность знать. Доехать. Да, да, help me, блин. Ой, там горит уже. А, чуваки дерутся. А, в меня не попади. Я, по идее, не слечу с лошади, если меня попадут. А Кио-то что делает? А, нет, не Кио. Про что я, блин, сразу не начал тестить? А то у меня было желание там и Кио нажать заодно. Каждый из этих пробел. Вроде дает ускорение. Блин, как же неудобно мне реально ехать. Но по дороге, в принципе, норм. Если знаешь, куда ехать, то вообще супер. Но я бы не сказал, что она какая-то супер быстрая. Но чисто так вот домой переезжать, окей. То есть сюда я прихожу на телепорте, а домой я уезжаю на лошади. Потому что, ну, как бы быстро. Ну, я думаю, она намного быстрее, да, чем всякие эти. Мои волки. И днем она вообще, наверное, супер халявная. Так, ну здесь я уже немного ориентируюсь, а вроде уже рядом с домом. Как же лагает игра. Прекрати. Ты кто, блин, откуда здесь хай-левел? Вы офигели? Может, я не туда еду? Я вообще. По-моему, здесь уже должен был быть мой дом, не? Что-то я заблудился. Где я? Нормально, поехали. А-а-а! Нет, никаких сеток. Я немного не туда, мне кажется, да, уехал. Нужно было по другой дороге ехать. Нет. Чуваки, отстаньте. О, тут альфа-волк. Давай, дерись с ними. Не-не-не, боевая музыка, даже не думаю. А, стоп, это мой дом? Что? Я тут живу? Окей, как-то я свой дом не узнаю немного. Так, хорошо, теперь у меня есть лошадь. Что я с ней могу делать? А убежит ли мне это, если я на улице ставлю? Ну-ка, давай, в дом. О, так, все. Теперь лошадь будет тусить меня дома. Я, по идее, смысла в этом нет, потому что на ней я навряд ли куда-то поеду. А то обратно, и не нужно седло там. Можно я вообще седло какое-нибудь нацепить? Так, у меня это чеснок, фига. У меня за столько времени спал только 10 стаков. И то даже не 10. Ну, ну ладно, 10 почти. А как быстро они спадают? Мне кажется, если мне по мне ударит, меня ваншотнут. Типа 100... А, 100 стаков это 100%. То есть x2 я банально. Окей, ладно, давайте, что я тут налутал? Во-первых, я тут налутал кучу железа. Давайте переплавлять железо. А, раз, два. А, тебе еще два. Остальное я не буду класть, чтобы оно этот не занимало слоты, потому что сначала оно по порядку, короче, идет по вот этому вот. Так, кварца еще пока не могу перерабатывать. А, что еще у нас есть? Книжечка у нас есть интересная. Блин, мне не нравится заморозка визуально, как выглядит. Это пока. Какая у меня книжка бумажная? Значит, отсюда. Я понимаю, на что она? А, на повторное, походу. Что это? Флутинг? Луринг.
А? Кого? И кто это, блин? По-моему, она не с... Они... Либо... Что? По-моему, она не с этого стола, на самом деле. Да, она с этого стола. Почему? Смотрите, она разбирается на эти, на книжки. Ой, на листы, на бумагу. Видимо, это не так работает. Хорошо. Ну, то, что если с этого стола, то она разбивается будет на свитки, но так не работает. И у нас есть какой-то Taylor's Flooring. Какой-то странный пол, он что-нибудь бафает? Ой. А, castle, полы. Дает бонус к Taylor структуры. А что такое Taylor структуры? О, ля какой. Может быть... Блин, а кто называется Taylor структуры? А, вот, Tailoring Bench. Наверное, он получает, да? Вот эта вот штука, возможно, не относится. А, блин, у меня даже такого стола еще нет. Смотрите, вот это у меня есть. Вот это тоже. Вот это тоже. У меня нет вот этой штуки. Мне надо ее скрафтить. А, мне нету Cotton Yarn. Все понятно. А с Мифи я могу скрафтить точно. Здесь мне хватит сульфура. Далее, что у нас здесь? Вот эти штуки я еще не скрафтил, но я их и буду крафтить на улице, я думаю, вот эти, вместе с этими. Так, это есть, это все тоже есть, это тоже есть. Это мы все сделали. А Prison Cell у нас появился, но пока железо нужно. Вот на эту штуку тоже железо. Эта штука пока еще непонятно, что такое. И storage пока не появился, да? Все, да? Нового больше ничего пока нет. Так, значит, железо мы переплавляем. Что еще у нас есть? Ценного ничего. Баночка, понятно. Вот эта штука непонятная. Всякие шарды. Да, пойду разберу это все. Так, и у меня очень долго плавится железо. По два слитка, это даже не очень смешно. Ну, давайте построим третью. Это пока уйти. И третья печка. Бахаем ее. Там третья супер необходима. Давайте ресурсы на три поделим тогда. Это сделать только бы красиво. 200. 200. 100, 100, 150. Это так. Сплавит. Да мне еще, блин, ничего лишнего здесь нет. Только железо плавилось это время. Давайте заберем отсюда. А чем тогда заняться, пока это все плавится? Вообще, думаю, то, что я железные штуки сейчас покрафчу, но, видимо, ничего я сейчас не покрафчу. А сколько там на эту смифи надо? 32 железа, охренеть. Я бы сульфура у меня хватает. Ну, 32 железа это супер не скоро, типа 2 минуты, это охренел. 108 секунд. Одно железо, 108 секунд. А есть рецепт, блин. 60, 180, еще 180. 600 секунд. А, во, кстати, золотая эта штука, Golden Javelry нужно. Вот зачем нужны золотые эти штуки. 8 сульфура. Окей. Silver Ore, серебро потом будет. И Scourge Stone, который... Grave Dust, Glass и Whetstone. Может, блин, еще печек поставить? 108 секунд. Ну, типа, 180 по 3 печки. Можно сказать, типа, по 60.
Ой, по железу в минуту. Железо в минуту, да? Так, лошадь явно тут не в тему, но... Да, она вроде вообще на месте стоит, может быть. Можно ее... Кстати, седло появляется, по-моему, когда на нее запрыгиваешь. На улице стоит. Что там до сих пор на мне 60 стаков? А там солнце. Она же не жарит мою лошадку, это солнце. Лошади вроде не вампиры. Блин, и даже территорию не расширить. Потому что я, по идее, все железно хотел здесь вот поставить, но... Клетки для расширения закончились. И замки я расширю еще не скоро. Потому что 24 железа надо, 24 стекла. Типа железо, ну, можно сказать, нет проблем. Стекла у нас пока что банально нет. Мы еще не изучили. Как же долго, блин. Сколько там уже готово? 4. Ну, типа 9. Не, просто не знаю, чем заняться, пока оно готовится. То есть идти дальше кого-то убивать. А что этот чел нам дал? Он нам дал клетку и... А, и рецепт вот этот, да? А где он крафтится? А, это, по-моему... Не знаю, где это крафтится. Где-то, по-моему, видел такой рецепт. А, ну можно еще вот эту пойти убить. Кристина Санпристес. Солнечная жрица. А, кстати, вот этот чувак, он, по-моему, ходит на моей территории. То есть на вот этой еще зоне. Как это называется, не помню. Можно, в принципе, его тоже сходить убить. Терогеомансер. А, ну можно, типа, сходить на эту поохотиться. Она даст нам стекло как раз-таки. Мы можем еще стекло пожарить заодно. Даст поушены какие-то. До этого чувака потом сходить, он нас научит моментально распознавать тип крови и качество рядом с врагами. Довольно полезно. Можно, типа, да, сейчас поохотиться на этого и на этого. Там железо плавится. Тут солнце. Наверное, сейчас никуда не пойду. Знаете что? Так давайте просто сундук скрафтим. А, большой для этих. А мне надо для штук. Так, стоп, это маленький. А, 6 планок. От этого сундука мне уже не хватает. А тебя, наверное, пока куда-нибудь сюда поставлю. В смысле не влазит? Кто-то мешает. Гриндер? Гриндер, да, он такой, мешает. Пусть здесь пока стоит. А, в смысле кверх ногами. Да, много этих сердец уже. А где у меня маленькие, кстати, держатся? Тут, наверное, да? Да, 50, 12. Что у меня тут? Ну, теперь вот эти эссенции уже много могу крафтить спокойно. Вот эти уже теперь редкие. А, в дальнейшем даже такой рецепт появится. То есть вот эта же штука, только из прям маленьких таких, да? А, и на эту штуку на... А, ну, такое, блин. Ну, я так понимаю, в дальнейшем у нас будет намного больше крови. Также, кстати, поушен вот эти взял. Будем их выбивать. Они же никакой дебаф там не дают, типа токсичности там. Нет? Вроде нет. До сих пор, блин, дебаф.
Окей, ладно, пока железо плавится, сходим тогда убьем этих чуваков. Двух.